Краснодарским краевым судом оглашен приговор по очередному громкому делу. На скамье подсудимых молодая женщина, мать троих детей. Она обвинялась в совершении страшного преступления. В мае 2019 года в станице Баговской Мостовского района пропал 9-летний мальчик. В поисках ребенка были задействованы сотни людей. Ориентировки были разосланы во все районы края и даже другие регионы. Лишь через год вскрылись жуткие подробности и были обнаружены останки мальчика. Я поняла, что он... Признаки жизни подавал. Я поняла, что он уже все. Я его взяла под руки и отнесла. На этих кадрах тетя мальчика, принимавшая активное участие в поисках ребенка, рассказывает следователям, как из-за громкой музыки она задушила, расчленила и сожгла тело племянника. Останки она поместила в бидон, засыпав хлоркой, и все это время хранила в хозпостройке. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину, подтвердив показания, данные в ходе следствия. Я должна быть наказываться строго, без всех нисхождений, как бы. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимой и необходимости постановления обвинительного приговора. С учетом смягчающих вину обстоятельств в виде наличия у подсудимой троих малолетних детей, а также признания вины и раскаяния, судом ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год. На оглашении приговора присутствовала мама убитого мальчика. Приговор в законную силу не вступил.